Горбунов бьет и забивает. 3-0. Красивейший мяч. Обводящий удар в левый угол. Левый от себя угол нанес Горбунов. Вот только появился и забил. 3-0. Высота. И это уже разгром. Сразу после замены выхода Першина вместо Мирошниченко. Замены в составе СКА. Торпеда делает счет крупным. Игорь Горбунов. По-моему, и минуты на поле не провел, но, может быть, чуть больше минуты. В прошлом сезоне 3 мяча за Торпеда забил. И, кстати, ворота СКА он забивал в первом круге. И вот снова матч против СКА. Снова домашний. И Горбунов попадает. У вышедшего на замену Апонса Виллинтона.